Вот, запись пошла. Всем здорово. Спасибо, что зашли посмотреть это видео. Короче, собственно, это видео про две вот такие вот китайские селфи-палки. Так, что на тут? А, увеличение. Сейчас вот немножко могу приблизить. Я, о, не буду, короче, приближать. Оставим так, как есть. Оно у меня. Опа. Так, о, так. Вот так, я думаю, картинка нормальная. Короче, две китайские селфи-палки. Это подешевле, это немного подороже. Я там ссылочки найду на Алиэкспрессе на эти палки. Если что, можете заказать. А так, покупал я здесь, в Украине, у хороших моих знакомых, которые занимаются очень давно этими вещами. Короче, вот эта селфи-палка. Вот в таком коробочке. Вот такая вот. Так, ну коробки, в принципе, что их смотреть-то? Миллион уже этих обзоров было, распаковок, распечаток. Короче, вот такая селфи-палка с маленьким таким кабельком. И вот такая вот селфи-палка здоровенная, короче, она. Которую я там делал, на нее тоже обзорчик. У меня есть там видео где-то селфи-палка. Для каких-то этих. Короче, такая коробка идет, пакет здоровенный. Вот так вот. Оп. Вот такой ремешок, на котором повеситься можно, ё-моё. Если захотеть, короче, такая странная инструкция, говнячая, на которой на китайском языке нарисован пультик, который здесь. Вот, есть тут он какой-то оранжевого цвета, тут черного, короче, без разницы. Вот такая мощная селфи-палка, вот с такой драчелой, которая вот здесь заряжается, там стоит батарейка. Мы, кстати, с вами ее сейчас еще и откроем, эту штуку, чтобы посмотреть, что там внутри. Вот, короче, это ерунда. Оп, включается, очень все коннектится нормально ко всем телефонам. А минус вот этой селфи-палки, что она работает, зараза, только с айфонами. И все. Ну, видно, что такое-то. Резинка тут, походу, какой-то болтик, вот видно, да, там внутри. Ну, все так дешмански, но она и стоит копейки, в принципе. Ну, по сравнению с другими. Тут тоже зарядка, которой можно вот так вот, хоп. Кабелек, кстати, тут тоже прикольный, что тут вот такой же самый кабель, но из галимого материала, конечно, сделан. Такой, который он сломается быстро, этот кабель. А так заряжать ее с телефонным кабелем нормально. Своим, который там у вас есть. Вот эта штука так вот вставляется и заряжается. А эта дрочь вот так вставляется и тоже заряжается. Короче, вот такая вот хрень. Сейчас мы будем с вами ее открывать. Эта селфи-палка, она маловастая по сравнению с этой. Этот больше половину в собранном состоянии, чем та. Если даже вот мы один откроем, вот этот верхний, она уже, ну, практически такая, да, вот видно. Это только с одним открытым. А мы можем открыть вторую хрень. Тогда она вообще вот такая. А если и третью открыть, она вообще там реально рыбу можно ловить, как удочка, бля. Ну, короче, она не умещается мне на диванчик. Как диванчик весь мой. Вот такая селфи-палка. Ну, я вам скажу, что лучше, конечно, купить вот эту, которая регулируется. Вот такая селфи-палка, чем вот эту маленькую. Ну, а так-то, в принципе, маленькая, она прикольнее, потому что она маленькая. Хоп, а тут есть зеркальце. Вот можно смотреться. Вот так вот. А тут его нету. Короче, вот такая селфи-палка. Кстати, вот тут вот это крепление, вот эта вот дрочь, она, видите, она, короче, только под телефон. Ну, камеру, конечно, можно как-нибудь зафиксировать, но это очко, короче. Вот так она закрывается. А вот тут уже, конечно, можно и поставить и камеру, и вон видно, да, как тут все регулируется. Короче, круто. Так, ну что, пойдемте с вами ко мне на стол и разберем вот эту дрянь. И посмотрим, что там внутри, какая там стоит батарейка. Вот это, конечно, тоже бы я разобрал, но оно... О, вот, видно, да? Вот такая штука открывается. Ну, тут она, видите, все заклеено. Я думаю, что если кусочек шланги какой-то тут видно, да? Маленькая-маленькая батареечка. Вообще, там, я не знаю, насколько ее будет хватать. Надо будет проверить, насколько хватит. Ну, вот, собственно, вот так вот, хоп. Все закрыли, положили. Она работает только с айфонами. Вот это плохо, вот так включается она. Вот она пошла в режим поиска, ищет. Ну, у некоторых показывают, что и с этими андроидами нормально работает. Кто-то говорит, надо какую-то программу устанавливать. Но я лично не хочу ничего устанавливать.
и все это хрень. Короче, давайте разбирать вот эту штуку, посмотрим, что внутри. Как она сделана. Так, на мой стол. Тут у меня еще подопытных телефонов целая куча. Тут болтики. Забыл вчера, дал девочке телефон и забыл вчера, короче, его закрутить. Представляете, забыл закрутить или телефон. Это капец. Так. До сих пор валяется моя бумажка, как собирать там один ноутбук. Так, вот так, сфокусировалась. Так, теперь берем вот такую крестовую отвертку, она у меня, кстати, тут же валялась. И откручиваем вот эти 4 болтика. Один болтик. Бля, что ж он делал? Видно, отвертка сильно толстая. Один болтик. Вот второй болтик. Второй болтик. Как раз посмотрим, как собрана она. Третий болтик. Ух ты, когда падает камера, зараза. Падаешь. Вот так вот точно не упадет. Вот так вот. Ничего, скоро насобираю денег, куплю нормальную камеру. И уже будет видео намного посерьезней. Мы тогда и научусь наконец-то монтировать их. Потому что самому как бы и снимать, и монтировать. Еще и плюс телефоны ремонтировать не всегда получается. Короче, все, открутили болтики. И теперь, опа, открыли ее. Хоп. Сюрприз. Сюрприз. Так, тут кнопочка. Тут у нас вот такая батареечка маленькая. Она у нас приклеена. Видно, да? Вот такие вот болтики, эти проводочки драчеловые. Ну, тут такая антенка сделана. Ну, так-то что, прикольно. Разъемчик. Видно, да? Разъем такой тут. Все, 3 кнопки. Контроллер. Это контроллер питания, походу. Это управление. Кнопочка включения-выключения. Оп, включилась, да? Хоп, выключилась. Ну и все, ничего больше тут нет такого сложного. Ну, так что вот, теперь собираем ее. Собирать тоже очень просто. Вот эту штуку мы. Хоп. Оп, так. Как она? Бляха-муха. Бляха-муха. Вот так вот. Все, и теперь она вот так включается, выключается. Видно, да? И закрываем вот эту хрень. Интересно, она с этой стороны или с этой? Наверное, вот с этой. Это батарейку держит вот эта дрянь. Надо было сразу... А, ну да, ну вот же. Этот разъем подключения. Да, под кнопку. Вот так вот. По-другому вы, короче, не поставите. Вот так вот. Хоп. Кнопочки нажимаются. Все отлично. Коннектится тоже, нам, блядь, не до отвертку. Коннектится тоже очень просто там все. Это, кстати, намного легче коннектится, чем вот та. Срань. Так, возьму другую отвертку, а то сейчас посливаю эти. Потом, бля, хрен потом кто ее открутит. Так, взяли отверточку. И вот так вот. Короче, хоп, закрутили один болт, я буду крест-накрест крутить их. Закрутили. Второй болт. Закрутили сейчас вот. Третий болт. Опа. И вот такой четвертый болт. Закрутили. Вот так вот. Ну и, собственно, вот такая хрень. Так, вывод. Какой вывод этого видео? Короче, две вот такие селфи-палки. Тут, кстати, вот эта штука вставляется сюда. И вот такая вот ручка получается. Две селфи-палки. Одна гигантская, другая маленькая. Маленькая, конечно, на самом деле, я бы все равно лучше взял большую. Поэтому там, в принципе, на ваш выбор. Хотя маленькая в сумочку влазит. А девушкам, да, какая разница? Меньше и лучше. Эту тягать с собой. А это маленькая. Короче, две селфи-палки дешманские. Покупать-то можно, но непонятно, насколько хватит вот этой селфи-палки. Я думаю, что это быстрее сломается, чем вот это. Так что, короче, так, мы с вами разобрали, посмотрели, и выбор только за вами, какую покупать. Всем тогда удачи, до новых встреч, до новых видео, и пока!